начал упирать Бога. Докончился опер, Рамиль. Сдох. Когда Базгай к башке моей пистолет приставил. Вот тогда и сдох. Старик команду собрал. Особый статус. Работаем по всему Кавказу. Берем под наблюдение всех. Подключаем местную наружку, слушаем телефоны. А ты как хотел? С волками жить, по волчьи и делать все. В открытую надо выходить. Будем брать на живца. Дело хуже некуда. Ну что делать, у нас выхода другого нет. Россия только начинает вставать с колен, а мы отрубим ей голову. Все эти операции — игра Базгаева. Другого способа подобраться к Базгаеву нет. Мы устали от войны. Наши дети должны жить в мире.